Господи, да здесь десяток человек у нас. Полиции и антагонистов, противников первомайской демонстрации в разы больше. Ну, неудивительно. Вчера на работе меня сотрудник спросил, а что за праздник 1 мая. 9 мая, говорит, знаю, а 1 мая 27 лет человеку. Уже не в курсе, что за праздник 1 мая. В общем, такая вот первомайская демонстрация на фоне пасхальных яиц на площади Конституции. И погода совершенно не первомайская. Плюс 7 градусов.